Всем привет, это канал Physics A и DICE. DICE, всем привет. Сегодня мы поиграем в королевский счет. Мы хотели записать, ну я вообще-то хотел записать одиночку, он тоже хотел поиграть в одиночку, но мы не успели, поэтому появились сразу парные сражения. Давайте тогда сыграем в них. Ты знаешь, в чем суть? Ты уже играл или нет вообще? Не играл ни разу. Ну, я в соло один раз сходил так. Ну, я там один тоже два раза сходил, но как бы не записали вот. Зато вдвоем запишем. Значит, в чем суть? Там мы будем собирать монетки, там можно убивать. Короче, просто набрать 2000 очков. Если мы их набираем, мы выигрываем. Но мне кажется, можно еще выиграть при королевской победе, просто убив всех. Это тоже, наверное, засчитывается как победа. Ну да. Ну, то есть, либо набрать 2000 очков, либо всех убить. То есть у нас есть второй вариант выиграть, но второй вариант тоже сложный, потому что убивать игроков это сотка дается, там, искать монетки, это все тоже тяжело и не всегда может повезти. То есть это тут уже даже на везение немножечко идет. Кстати, нас ровно 100 человек. Хочешь, хочешь, можно занять, можно было занять топ-100. Представь, чуваки его сдохли, они заняли вот самый последний топ. Вот. Там, знаешь, умираешь топ-100, блин. Это пипец просто. Покажи всю скиллуху, давай. Убивай всех с первого раза. Вот снайпер в руку взял снайперку, просто случайно, рандомно стреляешь и убиваешь просто каждого подряд. Вот ни одна пуля, чтоб не промазывала, давай. Я вот сейчас, мы вот тут находимся, а я в башне убью черепа. Так, ты где? Я у камушка. Нет, я не у камушка. Так, один тут. Это два тиммейта, короче. Одни приземлились рядом. Я на гору забрался, но тут нет сундука. Ну как, ну так, короче, башенки пожарные. Блин, надо спуститься тут это аккуратно. Нет, это не я. Я вообще оружие еще не нашел. Беги ко мне, у меня тут дробовик и ПП. Я, походу, я сундук слышу, сейчас к нему заберусь. Ну ладно. Я два сундука слышу. Я надеюсь, меня не успеют тут убить. Все, я сундук нашел. Ну, судя по всему, у них пистолет. И у меня дробовик. Два пистолета долбаных. Дробовик нашел, помповый. Ладно. О, тут золотая монетка валяется. Никому не нужная. Осторожно, их там двое. Так, где ты? А, блин, ты вообще далеко убежал. О, кстати, грибы тоже считаются за собранный предмет. Да, надо потом грибами щиты понабрать. Давай, где тут? Вот а, дробовик. Вот дробовик. Только у меня патронов мало. Сколько там дают за грибы? 15 вроде бы, я забыл. Ну, нормально так, как бы насобирать можно. Я еще монетку нашел, 30. Я гранатомет нашел, можешь взять в порт карман. Карманный форт? Ну блин, я не знаю, как бы, чем он может пригодиться. Так, я нашел получше дробовик. Кто-то идет. Идет? Ко мне, походу, идет кто-то. Их двое, я прям слышу, как двое шагают. Куда? Нифига ты убежал, я к тебе бегу. Ух ты ж, ё-моё. Ты штрафуешь? Я убегаю пока что. Они форт поставили. Так, ну я вроде так немножко спрятался. Если они сейчас домик не сломают. Вон бежит. Что? Что происходит? Ё-моё, 300... У меня патронов мало, давай. Локнул одного. Ты хотел скиллу. Ну, мы сильно отстаем. Сейчас нам вот здесь вот может быть много монеток. Блин, воровали. А ты второго тоже убил? Да. У тебя 2 килла, ну хорошо. Так. Их только двое было, походу. Там еще, кстати, вот на камне том, там тоже были чуваки, приходили.
А это вот тут этот был, по-моему. О, монетка. Отлично. Обычная. Ты не беги за мной. Так, ну мы все равно отстаем на 540 очков. Это как бы, ну, большой разрыв все равно. Чуваки, походу, наубивали всех. Блин, вот это вот мне не очень нравится, что убивают это вот и много очков зарабатывают, блин. Всякие, ну, кажется, кто первый заработал. Ну да. Тут можно тупо бегать по карте. Ну, как бы, понимаешь, кто быстрее соберет очки? Те, кто убивает больше, или те, кто просто бегают по карте, собирают монетки? Ну, тот, кто делает и то, и другое. Ну, допустим, ты сделал 3 килла и собрал монетки. Можно и взять еще при сундуки. Я, кстати, нашел для тебя дробовичок. Или у тебя есть? Ну, у меня как бы есть вот такой. А, ну ладно. Блин, там ты патроны взял. У меня патронов как-то мало вообще. У тебя сколько патронов на ПП? 137. Ну, поделись чуть-чуть, у меня вообще 11. Так, ПП. Ну, маленькие патрончики. Ага, спасибо. Ну, теперь более-менее. Монетка на дереве и серебряная вроде. Нет. Бронзовая. Нет, серебряная. Или бронзовая? Бронзовая, ты чё? А, мне показалось серебряная. Да бронз, ну, я... ладно уже, а, возьми, всё. Ладно. Какая уж есть. Ну, блин, тут, кстати, монетки мы вряд ли сейчас пособираем, потому что они все на деревьях. А вот сундучок можно и открыть. Вот мы сейчас неудобную локацию взяли, на самом деле. А, тут вот как раз есть динамиты. Я думаю, все-таки возьму вот этот ФАМАС. О, можно грибами полечиться еще. Новые монетки. Полечить. Кстати, кстати, кубик вроде как приносит щиты. Это очень удобно. Но он очень медленно устанавливает. Надо рядом с ним бегать. Просто. О, монетка. Тут есть челики. Машинка стоит. У меня прям ровно 400 ресурсов. Еще монетка. А ну, блин, как бы... Опа, тут кто-то был. Ну, был-то, сплыл. Только что уехал. Я, блин, ладно, ты успел. Ой, ты посмотри, сколько у них там уже очков. Уже к 2000 подходит. Смотри, так что, вон. Какие-то профи уже скоро... Скоро и получат топ-1. Как... А, вот эту? Ну да, я видел. Да, тут теперь, типа, пирамида и сверху помидор. Я не знаю, к чему это клонят нам тут. Прям. Тебе слюрп нужен? Слюрп? Слюрп. А у тебя что, место? Мест много? Мне её не нужен. Где ты там? Ну ладно, давай я возьму место... маленьких щитов. А у тебя их много? Два. Давай, я тебе слюрп, а ты мне щиты. Ну давай. Это по тебе стрелечка? Нет. Кстати, тут осторожно, тут ловушки прячутся в стены полностью. Ого. Прикол. Я, кстати, вот у меня как раз ловушка есть. Ну, от нет. Попробуй поставить. Вот сюда вот попробуй поставить. Сейчас, а тут... Нет, сейчас зона закроет. Мне кажется, сейчас никто здесь не будет. Блин, я вообще тебя не вижу. Где ты? Давай, куда поставить? Вот. Я могу вот сюда поставить. Ну, как бы вот так она выглядит. Ну да. Смотри на слюрп. Слюрп. Ну. Найс, все. Тут где-то разлом должен быть. Опа. Что это у нас? Что-то подлагало. Когда дверь открыл. Дробаш. Надо? Сундучок. Еще один? Заберу. У кишки. О, золотая или серебряная? Серебряная, да. Где? Монетка ты видишь? Взял.
А, окей, Тогда да, серебряная. серебряная. Так вот, рифты же остались, они же все-таки существуют. Что ты мне говоришь, порталы вообще любые исчезли? Вот они. Нет, они скоро исчезнут. Ого, Это не... золотая. Во многих Золотая местах чаша, они уже есть. золотая. Мы все равно, кстати, О, и были... серебряная еще. В этом Да. месте очень много монеток. Особенно внизу. Блин, зона сужается, надо уже бежать. Я сейчас воспользуюсь разломом и возьму монетки. Окей. Я вижу три монетки. Аэродропы полетели. Окей, если что, лети ко мне. Я почти добежал. Что Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там такое? челик взял монетку, так что я туда не полечу. Окей, лети ко мне тогда. Но Ну, я бронзовый ты взял. куда? Я к тебе. Быстрее, давай. Это не по тебе? Нет, я тут спокойненько пока что бегаю. Я вижу монетку, она далековато чуть-чуть. Тут кто-то понастроил какую-то хрень. Да, там кто-то стреляется, но меня и не видит, они слишком далеко. Они вообще стреляются с другими. Пусть они срутся, пофиг. Там 2 на 2 перестрелка. Ну да. Я, кажется, вижу серебряную. Да, серебряная, но, блин, она... О, золотая прям передо мной появилась. Пошли-ка монетки просто собирать, они там постреляются Ну, с давай тобой. сюда. Вот именно... Я сделаю, вот сейчас, Ой-ой-ой-ой. погоди. Сейчас я Во, квадрат сделаю. сюда. Пошли сюда. Ты что там стреляешь? Нокнул одного. Ладно, убегай, все, пофиг, нокнул, он сдохнет поскорее. Да, он меня сейчас... Я две серебряные вижу. Я их сейчас вот Так. соберу. Да, тут Фига. очень много монеток валяется. Но кто-то прям жестко обгоняет. Прям видно, что обгоняет 880. Кто там? Нокнул одного. Мне кажется, мы сейчас проиграем, мы не Убил. успеем. Ну окей, убил это хорошо. Окей, все. Убегай. Вот, Я тебя я уже еще добиваю. золотую нашел. Прям вообще под конец прям дофига монет. 130. А, это мне. Я две подобрал. Точно. Что-то я тупанул. Мы в зоне. Да, мы в зоне. Но я далеко сейчас от тебя убежал, на самом деле. Но тут никого нету, вроде бы. Я... Что произошло? Чё такое? Опять вылетело? Не знаю. Мы на третьем месте! На третьем? Да. На третьем Да, месте по тебе придется. очкам. Одному? А, попробуй найти еще много монеток. Я ищу сколько могу. Но мне еще надо... Ты просто тупо бежишь, да, я вижу тебя. Да. Ты уже застрял. Ну, ты сейчас Сундук, я можешь слышу, спокойно сам сундук. войти. Ну не знаю, Сколько отстаешь? На 345. Блин, тут это... ладно, я выпью слёрп и возьму разломчик. Он очень пригодится сейчас. Прям капец, пригодится. Попробуй просто убить. Да это будет тяжело. Там валь... где-то я помню, там валяются двое ног из одного. А почему они не умерли? Не, значит, из двоих. Но Там двое ног, ты уже не одного я убил. успел. Я еще слышу сундук. Прям. Слушай, если их никто не поднял, значит, ты можешь просто подойти и их убить, или их двоих убьют. Да ладно, они уже сдохнут скорее. А сколько человек осталось? 9. О, кто-то еще там издалека вообще бежит, ё-моё. Я рядом с аэродропом, тут никого нету практически, все далеко очень от меня. Я в зоне. Блин, отстаюсь. Ой, как жестко отстаю. Походу сейчас кто-то выиграет. Прям чуть-чуть очков осталось у них. Сколько остаешь? Все, я просрал. Я на втором месте. Мы на втором месте. Ну окей. Ну там. Мы на 755 очков отстаем. Ну это, блин, они же убивают, наверное, чуть ли не через каждого игрока. Ты сколько килов сделал? Я 4. Ноль. Нет, 5, 5, потому что там двоих еще. Ну, у меня ноль. Ты просил скиллуху показать, я Вот. показал. Чё, еще раз покажешь скиллуху? Если, ну, хорошо, что у меня оно вылетает нормально, то есть, да, плохо, что вылетает, но хорошо, что прям не вот, что не развернешь ее аппаратно. Вот сейчас никто не полетит туда. Ну, если Типа только те, далеко? кому миссия. Или ты к кубику хочешь? Ща. Ну и полетели, ладно, вунки. Ну, до кубика близко. Надо с тобой ближе держаться, а то... Конечно. Ты почему так далеко прыгал?
Я вообще тебя не видел. Монетки собрать. Ты зря, наверное, с ними начал сражаться тогда. Надо играть сейчас аккуратно, потому что мы же хотим выиграть. Хотя вначале надо неаккуратно играть. Потому что видишь, как мы затащили? Если б ты вообще не забагался в этих колесах, я бы тебе успел бы прибежать и спас бы тебя. Так ты мне эту постройку кинул. Ну это было жестко, мне понравилось, как я так тебя спас прям. Ну блин, ну я бы тебе. Было бы прикольно, если бы тебя реально спас так. Так, ты что-то высоко прям летишь. Я уже спускаюсь. Никого не вижу вообще. Ну, потому что мы далеко летели. Так, ну все, я на домик вот этот. Это я маленький домик. Так, уже слышу сундук. Уже кто-то 300 очков накопил, офигеть. Вот что называется, прыгнул в самом начале. И профессионал своего дела. Так, у меня есть щиты, я выпью одну банку. А на самом деле, простой кефир пошел случайно, убил. Ага, конечно. Так, монетки уже простой есть. Простой кефир долго не живет. Если он сделал килл, то после этого он не доживет до конца игры. Монетку вижу. Далеко, правда. Три сундука нашел. Найс. Я еще сундук. Черт. Нашел. У меня маленькие бутылочки. У меня одна бутылочка есть. Ну выпивай ты. Не, я уже. Мне 50. Ну у меня тоже 50. Ой, я нашел бутылочек. Я М-ку нашел, нужны? М-ка? Не, у меня есть М-ка. Синяя даже. Только что синюю нашел. Блин, мне 3 М-ки выпало. Че, монетки появились уже? Да. Что-то я не вижу там нигде. А, вот я одну вижу. Вижу. Бронзовую. Я тоже бронзовую. Так. Ну, бронзовая это фигня. Я еще вдалеке вижу серебряную. Помповый не нужен? Помповый, давай. Давай тогда ты будешь с помпового стрелять, а я с тактического. Я уже столько сундуков открыл. Капец. Я тоже много открыл. У нас 505, видишь, уже. Мы не собирали монет. О! Там лама прям из серебряная монетка рядом. Сколько за ламу дают? 50, да. А за аирдроп сотку дают. Снайпу нашел. Нормас. Блин, я сейчас далеко, конечно, убежал, но... Раз тут никого нету. Ну, кстати, не сильно стою. Разломчик. Всего 120 очков. Интересно, тут шторки же... Тут еще есть, конечно, там рядом со мной еще форт, там, и вот эти миники, я выкинул маленькие бутылочки и взял слёрп. Взял синий тактический дробовичок. Так, еще одна серебряная. И сундучок. Окей, но мы остаём всё равно прилично. Сейчас для тебя есть. Сейчас я возьму еще монетку, может быть, хоть, ну блин, даже никакого места не заняли, офигеть. Фулл щит. Угу. Давай. Два перевода на двух языках. Там да. Маленькие бутылочки нужны. Помповый. Давай, иди помповый, а вот помповый тут вообще лежит. Че это бегает даже? А, да. А, помповый лежит. Блин, я не могу запрыгнуть, черт. Я вижу, где помповый. Я ламу вижу. Еще одну. Да. Офигеть. Помповый взял, он там лежал. Да, взял. Тебе нужен помповый? Тебе нравится помповый? А форт? Форт, маленькие тебя? Бутылочки. Пожалуй, я возьму. Ну-ка. У меня 7 маленьких бутылочек. Ну там 6, типа. Ладно. Кстати, мы в зоне, в принципе, далеко бежать не надо. Но надо ламу открыть. Еще одну. Монетки пособирать. Слюрп нашел, тебе нужен? Ну давай, у меня есть уже один слюрп, я могу застакать их. Два можно носить. Да. А ты возьмешь бутылочки. Только они, блин, они очень далеко находятся, черт. Иди там, где я ламу открыл, там еще форт валяется, если хочешь, возьми. У меня я еще есть. У меня еще есть разлом. Пошли, бутылочки возьмешь. Я вижу серебряную монетку. Да.
Ладно, я так понимаю, тебе форт не нужен. Форт? Зачем да. мне форт? Ну вот, я о том же. Зеленый тактический нашел. А куда мы? Мы, походу, тут не одни. Серьезно? Не могла же просто испариться. Может, тебе показалось? Нет, я ее прям отчетливо видел, как монетка просто. Она вот тут была, где я сейчас стою. Тут, походу, кто-то есть. Играет как ниндзя, просто ходит, монетки собирает. Ну. Ну я никого не вижу. А вот серебряная. И там. Я первее, я первее. Так. Но мне кажется, значит, если он ниндзя ведется как ниндзя, значит это кефир. Я вижу монетки. Две. На холме и на дороге. Да, на дороге вижу. А, вот теперь на холме вижу. Ну, они такие, типа, да. Ну, все равно собрать лучше стоит. Ай. Ну, под конец выбиваемся обычно в топ. Да все, наверное, под конец в топ выбиваются. Никого не остается. Вон там, видишь, дроп валяется. Mm-hmm. Вот, это там форт лежит и маленькие бутылочки. Дробаш. Ты сундук нашел. Окей, конечно. Mm-hmm. Открывай. Кто тут где-то неподалеку уже рифт. А, там уже, наверное, обутали. Даже камень сломали. Монет, да, там обутали все. Тут должно быть много монеток. Очень много. Ну, понимаешь, это же все равно как бы рандом, а не... Я все равно ничего не вижу. Сейчас еще монетки скоро появятся после этой зоны. Ну, через 20 секунд, да. Что-то меня пролагало. Что тут? Патрончики можно взять? Можно в кино сходить, посмотреть. Оно там до сих пор работает? Да. Ну, как бы, что с кино, смотри, там ничего интересного нету. Там, конечно, монетка есть. Монетку можно взять. Там фильм, который сделал фанат. Угу. Понятно. Вот. Смотрим, где есть монетки. О, вижу... Серебряную... А я кого-то слышу. А, это фильм. Это фильм. Кого-то слышу. А, это фильм. Ой, кто-то был. Да тут везде кто-то был. Мы на третьем месте. Как мы на третьем месте, если у нас такой разрыв огромный? Если кого-то убивают. Ну, как-то. Его сбрасывается счет. Ну да, есть такое. Но что-то мы как-то очень быстро встали на третье место. Прям резко очень. Прям жестко всех обогнали. Сундучок еще открыть. Открывай, еще конечно, нормально. Все открывай. Прям все. Да, тут кто-то был, тут дверь открыта. Ты еще как-то умудрился Скорите. Сундук найти. Все. Все, тут больше ничего нет, походу. Я еще вдалеке вон там видел еще одну монетку. Да? Да. А ты серебряную подобрал вдалеке? Одну подобрал. Ну где-то вот тут что ли, вот была. Так, я пойду за той монеткой. Мне кажется, или там тут стоит. А, это чучело. Блин, есть такое, типа, знаешь, идешь там. А, блин, это чучело. Тютело. Блин, зона на нас, кстати. Это... О, там вообще это золотая. Но ее тяжело достать, кстати. Она прям на горе. Видишь, на краешке горы. И ты не золотой, а это за серебряный. Блин, сейчас кто-то топ займет. Он почти 3000 апнул. О, ты посмотри, да, офигеть. Никого мы даже... Ну. То есть мы даже никого не убили, уже проиграем быстренько. Опа. Третье. Убили кого-то. Нет, это я это золотую монетку, наверное, подобрал. Там я еще вижу сундук. Кстати, зона сужается, надо бежать отсюда. Все. Сейчас там быстро троп. Ламу нашел. Блин, что-то лама там. Уже третья лама, которую мы видим. Офигеть. Так. Монеточка. Ладно, я по твою сторону побегу. Две бронзовые, что-то вообще только бронзовые везде. Ну, бронзовые самые часто встречающиеся, да. Так, рядом с нами кто-то вылетел.
О, второй разлом возьму. Отлично, у меня два разлома. Два? Да, уже два. Я, конечно, две ламы открыл. Может, один уже использовать? До тебя быстрее долечу, я не знаю. Да нет, мы рядом. Ну, практически. Сейчас на нас, наверное, побегут. Надо убивать людей. Все, время пришло убивать. Ну, они с той стороны вот отсюда пойдут. Ну, четвертое место опять. Ну, да, как... сейчас кого-нибудь убьют, и у нас будет первое. Ага. Airdrop, да, он да, рядом да, практически, но он прям в рощу летит. Он может на дерево приземлиться. О, золотую вижу. Пойду золотую. Неплохо, неплохо, бери. Только я что-то не вижу. Туда бежишь, я вообще не понимаю, где ты нашел ее. Вот, на дереве. А, на дереве? А, все, вижу, да. Ну, забери давай. Я пока дерево добуду, что-то у меня маловато его. Чтобы хотя бы 400 было. У меня вообще риса нет. Ну ты зря не добываешь. Да я бегаю, монетки ищу. Ну как бы я тоже, но я хотя бы стараюсь. Черик, черик, вижу. Один кефир. Так, попал. Так, так, ладно, я к тебе. Попал. Помогу. Что-то вижу, вижу, вижу. Ольга, у него щитов. У него щиты уже закончились, все. Минус 40, у него пару хп. Все, стреляй. Я иду к нему. Где он? Что-то не... Да, он еще умудряется строиться. Ранен, да, там. Где он? Он там лежит, в своей постройке. Ну как у него так много щитов было? Ой, аэродроп приземлился. Правда, сейчас... Куда, на дерево? Не по мне стреляет. Так, ну я убил, все. Нам засчиталось убийство, да? Да-да-да. Блин, сейчас топ-1 займет. Ему прям чуть-чуть осталось. Им. Убить его надо. Где он? Я не знаю. Да ну нафиг. Как же нам не везет с тобой, да? Топ... Никто не дается нам топ-1, видишь ли. Ну, мы заняли второе место и третье место, хотя бы так нормально, в принципе. Ладно, все. У меня уже садится камера, поэтому давайте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите в наш Discord-сервер, группу ВКонтакте, все ссылки в описании. И также страница Дайса будет еще в описании. Если я не забыл. То я иногда забываю, так что если там ее не будет, она появится, не бойтесь. Она появится там обязательно. Все. Мне он напомнит, если что. Все. Всем пока. Пока.